Иди нахуй своими матами. А какой стрим тогда? Это, без чата вообще, что ли? Если запрещены маты. Тебя вообще первым забанят тогда. Трикс, а тебе понравился мой элегантный комментарий, что ты говно? Мне похуй. Так вот. Ах, да, на нашем стриме прищем. Давайте, короче, стрим КФ от Еми. Так, ладно. Так, но я так думаю, давайте в тему надо отписаться, что вот вам каналчик. Он уже отписался. Я уже каналчик. Подожди. Какую карту? Сейчас разберемся. Нет, карту. Не, карту создавать не надо. Мы же будем троллить там всякое. Ща. Окей, тогда надо, короче, позвать народ. Так, сейчас Розетау, Лэ, там, Вега, все, короче, пожалели. Всем похуй, спокойно. Мы тогда нужно... Трикс, иди нафиг, я даже записываю, потом могут посмотреть повтор. Нет. Короче, они все смотрят этот гениальный стрим. Они должны же как-то оправдать свое наличие у меня в Азии. Вот пусть и оправдывают. Вот, я, короче, как-нибудь развлеку публику и поиграю на Mountain Pass. Да не надо играть. Тихо, подожди, сейчас Трикс найдет сервак, и мы будем играть уже скоро. Ну вот ты найди сначала. Ну вот, давайте для очка у на Аперч. А, блин, сейчас у Хаммера будет большой. Так, ладно. А давайте что-то новенькое. Трикс, а у тебя этот, у тебя... Ой, стрим какой-то вообще волшебный. Или что это у тебя? Стрим, не стрим? Я его отключил. Там просто нет, там запись там... такая, знаешь, похоже на этот... На пиратку одну я смотрел, пиратку трансформеров первых. Там, короче, чувак снимал на камеру. Пойду посуду. Не, я имею в виду, знаешь, тот же прикол, значит, сам фильм... Только на четверть экрана, а остальное пространство занимает рука снимающего и стул. Не, там просто в эксплите можно настраивать. Ну, чтобы не на весь экран, на четверть. Потому что я смотрю, у него, знаешь, такой 1/4 экрана занято изображением, остальное все тупо чернота. Ну, это так, там по-моему... Можно еще вот на этом, на livestream.com, там тоже, там вообще какие-то навороченные программки. А мне интересно, ну, какие кирпичи сыпались у японцев, когда они снимали ребьют, пиратку. У них же там сурово все. Ну, да, них да там есть, вообще, да. Там чувак, наверное, не знаю, как... Он, наверное, закинулся анашой перед этим, кило 2 выкурил, чтобы, знаешь, его там в мандраж не бросало от каждого проходящего мимо. Если там чувак в туалет встал пойти, его там, он давай камеру накрывать. Хаммер, сделай микрофон потише тебя. Слышно явно громче, чем всех остальных. Вот. Кажется, КФ у меня крэшнулся. Печаль. Ладно. Почему у тебя все время у тебя крэшится КФ? Почему? Почему, блядь? Тихо. Ну подожди, сейчас посмотрим, сколько у нас вьюверов уже. Целых два. Целых два. Наверное, потому что ты ссылку на свой стрим, а ты его выключил. Поэтому в тему нужно запилить я ссылку кинул, на вообще-то стрим. Вообще-то я кинул ссылку. Хаммер, все, короче, все. Я тебя слушаю. Короче, да. Да, пока на стриме не будет тоху, можете не рассчитывать, что там больше 5 человек будет смотреть. А мы будем пиздеть на тему тоха иногда. Все, вот, нашел нормальный сервак, давайте коннектитесь ко мне. Ну смотри, ага, и твой нормальный сервак не отвечает. Ладно, начнём другой нормальный сервак. Ах, шайтан, а, блядь. Да мне просто понравилось то, что там написано было on offer maps. Maps. А, я там бы играл. Как ты мог там играть, если он у тебя не отвечает, призрак? Я без тебя. Ну потому что он фикал, он сломался. Да. Трикс только прикоснется к чему-то нормальному, оно сразу ломается. Да, вот я про лайфстрим тоже хотел сказать. Я себе вообще в два счета настроил, у меня только проблемы были с тем, что... А теперь, давай, смотрите, я нашел еще один сервак, давайте, вперед. Молодец, не отвечает. Заходим. А, заходим? Так заходит или не отвечает? Это уже привычка, что ли? Да.
Ой, вот. Не, валим. Тут какие-то уродов много, мы не поместим. Все валим. Так, ладно. Ща. Ща все будет, спокойно. Да что, тут всего лишь двое. Так. Какой-то Флойд и да, какой-то пин. Нас... Ну ладно. Да под... Да хер с ними. Вот, лес, отлично. Все, вперед. Вот теперь все точно зайдется. Это игра. Сервер is not responding. Не, серьезно? А у меня все зашло. А, вот, все, отвечаю. Кирилл, у тебя точно? Все, Хаммер, давай. А я отхлебнул. Ты молодец. От сервера или от пива? Спасибо. Ух ты, как круто. Слушай, а где показано количество вьювер? А, два вьювера, отлично. Один из них я. Зашкаливающая популярность. Пацаны, мы дом 2 уделаем. Я это вам гарантирую. Отправьте смс, чтобы кикнуть игрока, да? Не, ребят, вы что, надо на горячие темы это, на горячие шутки, горячие темы, вот, да вот как какие мы с Хижем в портал второй бегали, мы нас что-то так я... поперло шутить на тему Генды. Сейчас, подожди, я зайду на ИНЕ, посмотрю, кто там, может, в миди-чате хоть кто-то отписался, типа. Так, ладно. Так. Я кинул ссылку на стрим Хиджа, если у кого-то... проблемы с твоим. Вообще... Кавер, ты что, тупой, что ли? Я даже не кидал, суку, на свой стрим, блин. Это было просто пробно, блядь. Я сейчас подумал, что сейчас кину ссылку на стрим. Трис, побереги свой пердак, а. А, точно, я ебанулся. Ты ебанулся, да. Да, я ебанулся, спокойно. Ты в пост кинул ссылку на свой стрим, на котором какая-то запись 13-секундной хуйни. Все, успокойся, я понял. Ура! К нам уже какой-то мудак подсоединился. Хаммер, ты где? Да, Хаммер, в натуре где? Ты, блядь, будешь играть с нами? Я не понял, вы только что меня мудаком назвали или что? Я что-то не понял. А почему вы спрашиваете? Все, короче, Хаммер, давайте же покажем людям игру. Давайте покажем людям хорошую, красивую игру. А, Лонгвульф, это этот, который... Хаммер, давай быстрее. Хаммер, Андрей, нажмите. Подождите, хорошая, красивая игра. А что тут делает Трикс? Хорошая, красивая игра, это не... это кое-что другое. Ну ладно. У нас целых два вьювера, понимаете, что сейчас их может стать... Нас целых четыре, нас целых четыре, я вам скажу. Нет, нас. А, нас! Да, так, в смысле, ладно. Ты и я. Всё, нас, ананас, это как блядь. Можно чаще поесть перед Хиджеем, чтобы, короче, меня все видели. Хиджей, стоп, стоять! Смотри на меня! Смотри, иди в жопу! На меня. Какого хуя я без броника? Какого хуя я без уровня? А может быть, тут не качаются перки? Отлично, мы зашли на чудесный сервак, на котором мы играем почему-то без перков. Не, почему-то у меня... А нет, вот... У такого Хаммера нет. Кстати, у меня перки есть, а у Хаммера... А чё у меня, блядь? Сейчас, подожди. А, секунду. Черт, Хаммер умер. Я перезайду. Пистолет возьмите. Противные. А, точно, пистолет забрать. У него был нож. У него был нож. А, черт. Ну, бегай с двумя ножами тогда. Что могу предложить? О, я нашел что делал. Two hands weapon. Будешь бегать два раза быстрее. Два ножа, два раза будет больше скорости. Да. Как ты, конечно, тёмная, ничего не видно, блин. Чёмплая. Надо какой-нибудь Вестландон здесь. Слушай, у меня скоро нервный тик от Вестландона будет. Почему у меня его нет? Ой. Тика или Вестландона? Ой. Парни, ну смешные шутки же. Что у меня ничего не меняется. Давай сам шути тогда. Сейчас, одну секунду. Перезапусти тогда КФ, наверное.
А, да нет, это пить кому-то надо меньше. Уж кто бы говорил, катаны и стаканы на стол. Да нет, это я так. Шутка юмора. Трик, сухой закон ходячий. Я вот знаю, у нас есть товарищ, который любит уходить срать во время боя. Он, кстати, скорее всего, нас смотрит, так что лучше не шути на это. Что, думаешь, Пиня нас смотрит? Я не хочу потерять нашего единственного этого. Оу, е, фах, е. Нажми тап сейчас. Ну? Ага, вот теперь все увидели, кто на первом месте. Ты на всего лишь на одно единственное очко. Трикс, ты говно. Хаммер, у тебя перки заработали? Да. Сколько денег заработали? Ой, парни, ой, 250. У кого-нибудь есть бабки? Так. Лишние. Я почти прокачал немётчика до чёртова. Так, сейчас я быстро, короче, сгоняю, посмотрю это, сколько нас народу уже смотрит. Я могу... можешь не гонять, у меня и так видно. Пять человек. Ладно, побегаем без броника. Ну чё там? Ты, кстати, опять ICQ проверяешь? Целых 5 вьюверов? Ха! И это считает меня, кстати. Это 4 вьювера. Блять, а у кого вот же ж, сука, вот же ж... Только купил булпап, он тут еще один валяется. Ну ладно, будет запасной. Ну, будет с двух рук херач. Угу. С двух булпап. Будь четкий как Рэмбо. Ебань с двух рук. Да, тут был бы перк Рэмбо, это было бы весело. Это был бы, правда, полный ОП. Тут нет, ну, тут нет, ну, перк, ну не, тут... не придумали перка пулеметчика для ФКФ еще с пулеметом. Нету, да. Ладно, давайте немножко поговорим об игре. Итак, КФ — это очень мясной шут, в котором игроки должны... Да, правосклады. О, мы одни, да. В котором игроки должны находиться по этой, по карте и уничтожать орды зомбей. Ну, уничтожать... Собственно, в процессе убиения зомбей игроки, так сказать, прокачивают некоторые классы, которые, собственно, получают некоторые уровни. Уровень класса... Трикс, от твоего унылого пиздежа я даже прицелиться нормально не могу. Ладно. Блять, еще один булпап. Ну что ж за елки. В общем, а мы забыли представить нашего комментатора, несравненного Трикса. Виктор Гусев нашел. Да нет, сегодня у нас... Который так виртуозно уныло пиздит. Ой, Хаммер, кто бы говорил? Кто бы говорил? У меня хотя бы шутки смешные. Сегодня у нас... Бадхёртные. Бадхёрт ТВ, Бадхёрт ТВ. Бадхёрт ФМ, дурак, блядь. Да, ну какой тут ФМ? Тут, блин, это дециметр какой-то получается. Кабельный прям. Бадхёрт ТВ. Я тут иду, что-то вокруг меня грибы одни. Пять метров меньше. Картошка. Блядь, у меня тут грибы одни. Бадхёрт ФМ и... Там, не знаю, и ЕНЕ, это как его, Бадхёрт ТВ, ЕНЕ Бадхёрт ТВ, вот. А мы отмечаем, что Трикс скатился на второе место. Да. С чем его и поздравляем. И все уроды убежали. Да, ты пидор гной. А я А вот и начинает вещание Бадхёрт ФМ. Нет, на нашем стриме запрещен мат. Пидор. И запрещен у этого, вот Трикса с первого места. Вот. Анальные боли одолевают тебя, сын мой. Я вижу твой пылающий анус. Жесть сейчас, кстати, скупается в магазине, если что. Вы можете видеть окошко магазина. Нет, я уже закупился. А, отлично. Может, выйдем наружу, а только... Хиджей не убегает, ты должен быть в центре событий, то есть рядом со мной. Если Хиджи сожрут, он может потом от лица каждого посмотреть на игру. От третьего лица. Конечно. Так что, в любом случае, все ништяк. Патрончики, если там нужно. Так, ладно,
Хаммер, Хиш, Торвальд. Торвальд, куда проебался? Да пошел нахуй, на самом деле ее фрагов больше, чем у меня. Деанонимизируй Торвальда, если кто не знает. Желаю ему встретить батарейку вообще. Сдохнуть в мучениях. На третьей волне-то? На третьей волне батарейка способна устроить настоящий кирпичный завод. Блять. Хаммер, ну я ж просил все самые не смешные шутки. Придержать. Я тебя не понял. Ой, кстати, смотри, кто-то хорошо, ты говоришь, придержи на потом. Давай мне херово, ты дальше подкер ТФМ. Не лечи его, не ступай лечить. Я специально бегу с шприцеметом, чтобы его вылечить. Так что обосрись, Трикс. Потом твой пердак потом вылечим. Ловко засадил шприц в пердак. Будешь жить, ты мудак. Хаммер, ну пожалуйста. Ну, блять, я уже стишками говорю, чтоб смешно было. Что же, вот в чем проблема-то. Это не смешно. Это понятно. Да вы, батенька, эстет. На вас случайно не надеты хипстерские очки и шарфик? А еще у него есть чёлка. Я просто промолчу. Я подарю тебе медаль Петросяна. Петросян. Да. Знаешь, я тебе даже дарить не буду, я тебе на одно место засуну. А, ты не из этих? Ты не любишь веселых мужиков, да? Что? Так, что-то нас нагибают. Блять, я из-за вас чуть монстра не вылечу. Ты про Трикса, что ли? Ой, я только что монстра вылечил. Ну, блядь. Да я просто в какой-то момент отвлекся и решил посмотреть, сколько нас просматривает народ. Да можешь момент... не смотреть. Да какой хер тебе, блядь? Можешь не смотреть, как у меня интересно. И так видно. Все так же 5. О! И то, наверное, один из них это я. Теперь уже 4. Спасибо тебе, Трикс. Кто хочет Desert Eagle? Я хочу. Сейчас будет 3. Спасибо тебе. Да, спасибо тебе, Трикс. Не то, что ты, Трикс. Идите сюда, короче. Самый хороший. Нет, это тупое место. Идите там, где я стою. Ну, вообще, правда, я как-то там потрешу ждал. А я на крыше. Ты молодец. Нет, тут. Угу. Да. Нормально. Да. Какой тут обзор, бы, а? Тут бы кроссбоу еще, конечно. А вот так вот присел, как в контре, и наглеешь. Вот. Ой, я уже вижу. Популярность. Ай. Я вижу все блядство, что снизу ходит. Я даже кого-то бошку отстрелил. И еще кому-то. Ну, суки, они прыгают. Оу, красиво. Паршик. Да. Да, замедленная. Блин, хорошая точка. Ну, есть так. Такое. Да, враги пропали. Почему я стою в абсолютно пустом месте? Ты там только что говорил, что типа хорошая точка. Ну, хорошая точка, просто врагов нет, да? Нет, ни один. Да, врагов нет. Вот хорошая точка, врагов нет. Тема хорошая, что там врагов нет. Да. Да не. Так.
дурацкий, я ненавижу эту карту, на ней ничего не видно. Все какое-то красное. Горит. Сухой. Ну, вот я тебе говорю, горит, горит, ясно, чтобы не погасло. У меня здоровенный огнемет, который не может поджечь дурацкий риви. Меня это расстраивает. Ты прикинь, какой бы тут дурдом начался бы на карте, если бы ты поджег деревья. Да, а у меня бы сразу больше... было 1500 киллов. Сайдшоу бы началось-то какое-то. Угу. А первые киллы — это мы. Ну да. Первым киллом был ты, потому что у тебя на 40 фрагов больше, чем у меня. Да, я представляю, если бы Трик стримил бы все это, то у него там это каждые 5 секунд асечка и... Причем прям в стрим, прям в стрим. Там типа, парни, чё посоветуете отметить, я не знаю. Как вы думаете? Итак, пацаны, есть Адатян? Дорогой двачек. Нет, в нашем варианте это дорогой КГЖ. У меня есть Адатян. Наш единственный. Слово Триксу! Трикс, я хочу тебя помочь. Зритель, который нас... Наш смотрит, да, короче, давайте, задал вопрос. Если он что-то напечатает, будет ли это видно? К сожалению, это будет видно только если он это напечатает в хижее, потому что стримит этот стрим хижей. Надеюсь, наш единственный зритель нас понял. Вот так вот. Я нихера не понял, я хотел тебе, Трикс, поблагодарить, что у нас теперь 3 зрителя уже. Ну, я, блядь, Пеня. Пеня, ты в эфире, сука, мне. Ну, ты так, это, что ты делаешь, как ты маме сказал? I'll see you soon. Нет, нет. А ты думаешь, что это рюкзак? Так, что-то мы этот... Это плохо, что мы здесь... Да, это плохо. Здесь плохо. В общем, плохо, все, уходим. А куда уходим-то? Наверх, блядь. О! О! Сейчас на крышу сразу лезем. Да. Кто-то тут уже повоевал. Это чувака жрут на нас. Need assistance. Обойдешься. Трикс, няшка, когда тебя будут жрать, я тебя специально не буду лечить. А все из-за того, что Скраки. Слишком няшка. С-с-с-с-с-сраки. Москва воруй, хуй догонишь. Ха, я стреляю с него, в него с крыши, а этот дебил нихера не чувствует. Берегите картофана! Картофан потерян. Ой, он оператора сожрал нашего. А теперь, короче, он сможет в прямом эфире показывать, как я бегаю. Трикс, я тебя обломаю, я буду стримить всяких этих. Вот, кстати, тебе от пингвина сообщение пришло. Что ты мазила. Я все равно не вижу, что он делает. Ну я тебе просто передаю. А. Ну поскольку он меня слышит, в отличие от меня. Ты сам себя не слышишь? Блять. Ай, я сейчас умру. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это надо посмотреть, да. Умираю. Да, уже. Да, да. Смерть Трикса. Что это было? Сдохни, 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 сдохни. Ну ладно, он не сдох, я, короче, буду смотреть о другие вещи. Сейчас мы наблюдаем за повадками Хаммера. Хаммер тактично кинул себе под ноги гранаты. Но успел отойти, да? Что-то меня не вставляет в команду играть уже. Пойдите другого. Ой. О. Чё, как вовремя у меня патроны? Я
И на завершающей ноте нашего выступления случилось то, чего так давно ждали. Случилось то, чего вы, дорогие зрители, так долго ждали. Ну не знаю, как зрители, а мы точно. А сколько зрителей? Их всего 3 человека. 4 уже. 4. Да, вау, а кому впервые в плюсе? А у кого из наших открыто? У меня открыто, у меня прям в стриме показывают сколько. А, значит у тебя, то есть у нас тоже минимум не 4, а 3. Не, ну то есть у меня свой стрим не открыт, я говорю, что у меня в окошке показывают сколько. А, ну так ты идешь как вьювер или не идешь? Нет, не иду. А, хорошо. Кто еще смотрит? Так, камеру? Ну я пошел на крышу, как обычно, так что, да. А я покажу нашим зрителям, что такое саппортер. Что такое прикройте шутка. Меня, я хочу написать Васечку. Вась, пожалуйста. Ой, пожалуйста. Какая типичная ситуация, когда играем с стримерами. Да. Не-не, ладно, потом как потом отвечу. Что это, о, потрошки в болоте. Фу. Мне нужны. О, взял, спасибо. Вот тут очень неприятно, что у красных много здоровья, когда они... Когда много народу... Головам бей, касая болда. О, тут на крыше еще и броник запасной, а отличненько. Ой, а я уж купил. Ребята, лезьте на крышу, тут реальная тема. Тут, правда, трупы недоеденные, но хрен с ним. Пини нам угрожает. Он угрожает, что он... Он угрожает, что он будет тоже с нами играть, и у нас будет меньше зрителей. Ух ты, слушай, угроза резкая. Вот негодяй, от Генды научился такие угрозы лепить. А кто сказал, что мы его возьмем с собой поиграть? Не, ну я будет почетная должность зрителя нашего стрима. Вот почему я все время становлюсь жертвой мудака с бензопилой? Ну это потому, что до этого я был жертвой. Лезь спасибо, наверх, хоть 16 хелосов оставили. Броник! Да, мы для тебя его специально оставили. Спасибо вам, дорогие да друзья. Да балбес в противогазе и чувак-рэпер. Рэпер. С кем жизнь не сведет, а? Так. Где-то там внизу с огнемета вообще а какой-то чудовище. А в каком вы бежит. Играете стиле? Орэлби! Так, осталось еще 10 киллов, 9 киллов. Ой, мне ухо обпалило. Так, мне еще около 54 тысяч. Ой, скрэй, ё-моё. 3 гранаты пошли. И все мимо, я надеюсь. Да нет, я его сжег почти, ща. Гранатами? Жигание у меня сжигать. Да, я сжег. Не по-детски. И, конечно, прям-таки стрелок с шотганом. Палю на дальней дистанции. Тут скрейк. Скраки. Стрелок с шотганом, он наверняка очень суровый человек. Он даже, наверное, из Челябинска. У нас опять 2 просмотрщика. По всей видимости, Пини ушел. Ну, сейчас такой, знаешь, коннектед, блядь, пингвин. Этот с козложоп или как его там уйдет? Козложоп. Это, кстати, откуда это? Что-то знакомое, дико знакомое. Это с Саус Парка. А. Еще один скрейк. Я уже заколебался, я уже 3 штуки завалил. Молодец, вали еще. На здоровье. Нам не жалко. Да, Трик скоро умрет. И давайте уж. А, нет, уже не скоро. Оу, как его хорошо подорвало на моей грени. Ну, а вот чё, веник? Веником разорвало? Нет, я грену под него кинул. О, мне осталось всего 100 тысяч урона до этого, как его, до 4-го фаербага. Отлично. Мне нравится, что ты сказал всего. Ну, кстати, это реально столько не очень много. Столько оптимизма, блядь, сразу. Как начать подкинуть чуть-чуть денежки, не? Who needed money? Рубликов буквально 100. Money, money, money. Give us some bloody money, will ya? Ну вот, блять, одному дал, все сразу постить начали. Так. Благотворитель мой, иди сюда, верну остаток.
А то на проценты поставишь, так я на крышу полез. Все-таки кто тут в Израиле живет? Все. Все живут в Израиле. Да. А что ты мне скинул? А кто тебе... А не ты разве давал? Я не... давал. Ну спасибо за... Да. Изымай у этого теперь. Да я отдам это... Товаром. Я товаром отдам, вот у меня винтовочка. Ты еще скажи, что натурой. Ну. Ой! Батарейка. Батарейка. О, ну ты же герой, Трикс. Какая тебе там батарейка? О-о-о, я из мешдопки там еще скрейк идет. Блять, от красный так смешно прыгает. Никто не хочет обдать ее там. Ну вот я ее обдал. Хотим, хотим. Тут еще как бы с рейк, например, так. Ну, ребята, мы в вас верим, да. Ой, блядь, к нам скраки лезет. Да. Озабоченные скраки. Отличненько. О, он, вот это он ушел. Он ушел. Жопокрюк ушел, да. Почему жопокрюк-то? А, ну да, 8. Я не могу его них прочитать, он сложный. А? Как все банально. Постой, с нами еще играет какой-то... Прикройте меня, пожалуйста! Ты где? А. Не прикройте, не прикройте! Спасибо! Так, 93 моба на то, чтобы обогнать его. Воу! Что хватить? Дальше, наверное, пойду за шарпа. Подберите кто-нибудь... И продайте, ну да, и продайте. Ну да, кто-нибудь и подобрал. И продайте. Все правильно. Ты же сказал кто-нибудь, вот и подобрали. Ну вот, да, надо было конкретизировать. Чё приёбываться к словам? Так, меня сейчас... Где все мобы? Да не ссы, чувак, свой он отдаст. Он спасибо, блядь, скажет. Он... Это сам мне на... Ши... На... Назви... Назви... Поляк! А... Так бы сказал, что поляк, а чё ты тут сам мне... А ты откуда знаешь? Ах, ну да, ведь маг же. Да чё тут это просто окончание у поляков эти... И на идж, на чё-то ещё таком духе. Идж, например. Я плохо говорить по-русски. Ой, скрахи, блядь, горелый. Я тактично убью. Ой, флешпаут, он... Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Там этого, который мою бабаху забрал, его там сейчас съедят, там по караульте. Да, он молодец, он упал и умер. Умер, сволочь, с маком. Ну чтоб он... Ну он уже, да. Так, камера, осторожно, там, короче, трой, там, короче, батарейка забежит. А за камерой бежит. Да, это очень весело. Ух! И не может догнать, да. Обосрался. Патрончики. У нас там живой. А, ну спасибо, Кэп. А у нас Трикс еще полуживой. Трикс, их надо сжечь, а не лечить. Я не знаю, почему не заряжается огнемет, очень. А, вот. А это значит, бывает, наверное, потому что у тебя патронов уже нет. Нет. Это подвисание такое что-то появилось в последнее время. И вот, кстати, батарей. Ну, что? Блять, опять у меня патроны кончились. Уходи, уёбывай, дурак. Вообще-то я и так быстро бегаю, как ты. Если тогда проблем, правда, я могу... Какая разница, вот тем более у тебя стимул есть нож в руки брать. Куда убегать-то, блин? Что-то батарейки вы не понравились. А двое осталось. Там от нее убежим, блин. Мне похуй, куда она бежит. Мне главное, чтобы на меня не бежала. Давай, она потухла.
батарейки сели, что ли? Да, перезаряжается. Вау, надо было жилет, фу, не жилет, там Дюрасел брать. Достал себе бран и жилет, лучше для мужчины нет. Я не знал, что у него когда нам сдохнет? Вон все сдохло. Поздравляю. Трик жарил 2 минуты, Хаммер дал одну очередь. Да. It's serious fucking business. Восьмая, нет, седьмая волна, а у меня 387 бакчей. А, зашибись. А я куплю себе автошотган. Вот урод. Поддерживаю предыдущего оратора. Подлечил 4 хилса. У нас так, опять 4 просмотра. На. Все, что осталось. Да ладно. Волны через 2, может, обзаведемся. Нормальным оружием. Нет. Трикс, у тебя из пуза, а уже нет. Ты так стоял, сзади тебя чувак с винтовкой. Кажется, что у тебя из пуза дуло торчит. Какой ужас. Ужас. Не, я уже спокоен, у меня больше всех фрагов, все нормально. Да, поэтому можешь спокойно подыхать. Фузодрот. Так, давайте на крышу, что ли. Сейчас дорогим зрителям я покажу, что такое шарпшутер. Хуёво. Кстати, сколько там зрителей-то осталось? 4. Один? Есть там кому-то что-то показывать? Сколько? 4. Ну, во всяком случае... Вечно смотрим, мы популярные. Господа, надеюсь, вы хотя бы напишите потом, типа, какой интересный стрим, давайте еще, я рассказал об этом всем своим друзьям. Батарейка внизу, батарейка внизу. Трикс, бля. Ну я понял, да. Ой. Трикс, Чип и Дейл спешат на помощь. Как ты? Трикс и Дейл? Трикс и Дейл. И пиздец, блин. Ай, какого хрена, ну как вот так вот прыгать, не понимаю. В общем, я... Веду ее к вам на крышу, а вы делаете, что хотите с ней. Да она уже умерла, слупок. Блять. От кого я так добегал все это время? Пишет от прыгуна умер. Да нет, я пытался добраться на крышу, меня почему-то прыгнуло в обратную сторону. Что, кто это? Ведьма. Это Трикс. Это Трикс. Уже мертвая ведьма. Уважаемые зрители, я извиняюсь, что не получилось показать вам, что такое шарпшутер. Ты умер? Да. Это для тебя новости. Трикс, ты когда сдаешь назад, ты хотя бы предупреждай, я тебя вылечить не могу. Пикай! Знаешь, идешь назад и пип-пип-пип. Ага. Не говори. Ладно, могу. Ты чудом я сейчас выжил. И как там насчет наш дорогой медик? Дорогой медик тебя лечит. Спасибо, дорогой медик. Спасибо, дорогой друг. Он не меня лечил, он Торвальд лечил сейчас. Вот меня бы сейчас кто вылечит. Что это там такое красивое? Если бы ты не шароёбился, как портовая шлюха из стороны в сторону, я бы тебя вылечил. А, это ножик? Трикс, да, я знаю, нужна я ваша шанкоя. О, скраки! Да я скрейков плохо жарю. Ну хоть как-то жарить. Ну жарь шурму его, да, жарь. Подойди к скрейку сзади и жарь. Так, черт, там заел огнемет, он теперь будет стоять огнем, пока я что-то, не буду другое. Чё-то шуток мало у нас, если что, ребят. Шуток мало? Нет, шутки, нет, шутки, шутки, нет, шутки. Нет, здесь нет, могла быть ваша реклама. Нет. Все супер, все просто отлично. Лучший стрим. Лучший стрим. Дайте нахуй, уж я тебя буду, блять, вот. Сука, да тебя даже вблизи невозможно вылечить. Какой ты дёрг. А это привычка, он столько пизделей наполучал в жизни, что уже как-то не может на месте стоять. Опасается. Я надеюсь, там никто не украл мой этот левер экшен. Да я подобрал, тебе скину. Ага. Спасибо. А то мне этот сам мне на Twitch.
нас шичь. Так, пора переезжать на верхний этаж. Там, о, где страхи! Мировое правительство живет. А, нет, мировое правительство уже внизу. Это ты про меня? Это я вообще наверх не поднимался даже. Ну, значит, про Хами. А? Да. Да, кстати, вы знаете, что наш стрим является международным? Нет, я не знаю. Я знаю, что он является европейским. Нет, он международный. Ты надеешься уже выйти на мировую арену вещания, да? Я думаю, он имел в виду, что стримы будут смотреть как и в России, так и в Беларуси, и в Израиле, и в Украине. Ну, из Украины смотрят, я вам гарантирую. Как ты ловко Израиль отметил. А то. Так, где... А то, блядь. Так, кому там лаве надо? Ой, я булпап нашел. Офигеть. Балбап. Это небось я оставил так. Так, кому там это? Lover Action мне. Чё, кого? Да, где ты там? Вот он я. Где-то. Пошли выйдем, а тут вот это как тесно. Да. А это? Lover Action. Сейчас. Блять, какая кнопка? Ну быстрее иди закупайся, дура. Иди в жопу. На, вот, выкинул. Уже время. Все, бросали кирпичи. Все, пизда. Сзади. Сваливаем наверх. А что там сзади? Хуёво сзади. Ты не стой, ты иди. Я буду специально иди, этого мудака. Нет. Вдруг там много фрагов, там, не знаю. Хеш! Там много пиздюлей. Я пытался этому соке помешать. Ну конечно, 148, у меня целых 100 патронов. Буду добивать подожженных триксов. Батарейка! Не батарейка, патроны. Хаммер, вот так. Ой-ой-ой, что-то меня пиздит. Вот я топ же. Молодец, убил. Да. Усрался. Скрайки. Извините, скрейка и батарей. Ну, знаешь, приятного тоже не особо мало. Столько опыта. То есть дамага. Да, этот скрейк быстрее умрет от старости, чем от ваших пушек. Нет, я до него доебаю все-таки. Где-то крыша, там иногда броник валяет. Да вон она напротив. Забудился в трех соснах. Наконец-то. Наконец-то он мне отдал мой lever action. Когда там патроны кончились? Нет, патронов там достаточно. Странно. Надо же, доброта. Нет, он написал оки. Оки-доки. Что такое оки? Ну, наверное, орки. Это значит окей. Ну, орки. Орки? Какие орки? А, спасибо. Ну, зато он написал. Грязные, вонючие орки. Орки, орки, блядь. Это что за расизм, я вообще не понял. Не, значит, грязные, вонючие хачи — это нормально, это национальное состояние. А грязные, вонючие орки — это уже, значит, и расизм. Ой, слышу, Дзю зашел на канал. Вообще-то он так никогда не говорит.
Не надо. Да, так. Ну ладно. Да. Он Сунарев и говорит. Слышу Куревича. Слышу охотника. Курю слушильщика. Что бы надо было курить, чтобы слышать сушильщика? Без комментариев. Без комментариев. К тебе же вопрос. Это прям есть места, чтобы целиться. Называется прицел. Нет, я имею в виду, тут на карте есть места, чтобы целиться. А. Чисто да, кстати, окошки. В этой игре нет прицела, вы не ошиблись. Здесь действительно нет такого привычного перекрытия. Ну если у вас есть жвачка или маркер и старый монитор, блин, то у вас будет... Опять это шутка? Ну опять это шутка? Да? Опять это шутка? Ну это не так. Заметьте, она первый раз в эфире. Да-да-да. Когда первые 5, которые повторят эту шутку, получат приз. Пиздюли за это. Нет, когда присоединится 6-й человек, мы эту шутку еще раз повторим. Если он, конечно, присоединится. Просто она очень оригинальная, и мы считаем, что она достойна того, чтобы повторяться несколько раз, чтобы все ее слышали. Ну сейчас я возьму, открою свой же стрим, ага. Воу! Вот так, дорогие зрители, можно целиться тут. Но мы, профессионалы, обходимся и без этого. Кроме когда палим по ведьме. Ну вообще-то я по ведьме редко целюсь. Ну, я редко... Я целюсь по ведьме... Не целюсь по ведьме, когда она уж слишком близко. Знаешь, когда что-то слишком близко, обычно вообще не целишься. Вне зависимости от того, кто это. Дорогой зритель, если тебя корёжит от фразы «Я убил ножом ведьму», запомни, это ведьма из Киллингфлура. Кстати, как правильно, Киллингфлур или Киллингфлур? Киллингфлур? Знатоки английского языка на нашем канале. Но вообще-то флур, потому что две О это как У читается. Ну, кроме, ну... Я правильно, правильно? Да, правильно. Ну, знаешь, есть быдло, которое говорит киллингфлёр вообще. Флёр. Правильно, это го-го киллингфлур 22.00, ну, по Москве. Сейчас, кстати, говорят 23. А. Даже не запомнил. Ну, это не важно. Все шутки прошли мимо эфира. Так где этот уже? Я не понял. Вот он уже. Что это? Где распродажа? Распродажа. Ой, как мне хочется сейчас про Генду пошутить. Надеюсь, он будет смотреть на это просто... Так он все равно не смотрит. Какой смысл? А прикинь, он назло возьмет и посмотрит, а потом зайдет, давайте один на один в ЛЧД, блядь, Версус. Ой, наконец купил ЛЧД себе... ЛЧД говно. Сам ты говно. Не, ЛЧД хорош. Не, ну сейчас этот DLC скоро выйдет, этот допилит Coldstream, можно будет играть еще раз. Пошли на эту, на крышу. Кое-кто, я чувствую, таки свернулся в любимую Асечку. Вообще-то у меня еще 7 секунд было. Вообще-то у тебя 3 секунды, 2, всё. Вообще-то я уже вернулся давно. Пеня нам пишет, что мы дебилы, и что флор. Вот я и говорю, а второе что? Правильно. Спасибо, дорогие телезрители, за вашу бесценную критику. Я тебе скажу, что флор на самом деле. Потому что... Попрошу Пеню предъявить сертификат о оканчивании курсов на учителя английского языка. Так, целимся. Короче, блядь! Так, батарейка. Граната. Еще граната. Я так размахнулся, чтобы кинуть гранату, что сам же на нее и упал. Гранат я, конечно, на нее не пожалел. Ничего не скажешь. У нее еще половина хелса. Ой-ой-ой, ну мочи! Упал. Он поскользнулся, что ли? Выглядел, как будто он поскользнулся. А у него голова качается. Пингвин, короче, смотри, какой бедняжка. Ветеран.ру или .com, короче, пофигу. И скинь уже Хиджею этот, как его, транскрипцию. А еще можно в Google Translate посмотреть. Еще можно. Ну, да. А можно забить.
You have selected Microsoft Sam as the computer default voice. Voice. Он что-то говорит прикольно, так voice. Как старый Макдак, блядь. 100 000 урона, 100 000 урона. Блин, где это мой... А, вот. Блять. Джей, нажми тап. И подержи секунды 3. Хиш, ты сейчас видел, как ювелирно вот тут вот по бордюрчику на краюшке шел зомби к поляку? Нет, не видел. Стой, патроны, стой, стой, я стой, охерел. Патроны я беру, блядь. Что? Мне нужнее. А что ты тут, что ты тут? Жрут! Я сюда пошел, потому что я патроны ищу везде, потому что у меня они закончились почти уже. О, а вот там еще лично. Так, 80. Так. Где все остальные? Падает красный листок, дело я думаю, дрянь. Что... А что делать дрянь-то? Нормально все. Просто зашибись. Особенно две ведьмы. Где? Да ладно тебе. Да не, ребят, все-таки зря, на крышу не пошли, тут такое мясо. Я до тебя дойду, в общем, О, знакомая история. Ага, знакомая история. 10-я волна, уже патриарх, а у меня булаб. Ахуем. Был что? Я... Булаб. Полбаб. О, еще и 3 икса. Ну, в общем, у нас только верхушка осталась. Ребят, мы вам предлагали на крышу лезть, вы сказали, вы гордые. Вообще, зато кстати, на киллы наши, посмотри. На самом деле, кстати, насчет флур или флора, это зависит от акцента и где говорят. А лучше вообще говорить убийственный этаж. Ой, скраки идет. Я не могу... Он прыгает, сука, он, сука, прыгает. Хватит прыгать, стой на месте. Ты, блядь. Я ж тебя убил, чё ты живой? О, еще один скраки. Да вообще мелких. Я ж тебе хэд повесил, сука. На, вот ведь. Тут какого? Батарейка. Ой, батарейка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вторая батарейка. Только говорите, чтобы сейчас проиграем. О-о, щит. Еще один скрейк! А нечестно, он мне на голову упал, меня заблокировал. Run, motherfucker, run! Я, конечно, верю в твои... в твою надежду на удачу, но... старайся, но тебе пиздец. Ой. Давай! Нет, тебе пиздец, всё-таки. 8 хилсов! Хотя нет, лечись у её. Убегай, лечись. Да не закрывай дверь! Не знаю, лечись. Все, убегай. Убегай, блядь. Пожалуйста. Нет, это ты зря сделал. Она от старости не умрет. Нет, от старости умирает, но просто он зря ее разозлил. Он, сука, быстро сейчас добегает. Вон она ускорилась. Пока. Ты, бля, вылечился, что ли? И сразу на нож. На нож сразу. Бля, сейчас микрофон надо, блин, к сердцу приложить. Ой, блядь. Да, такой, ты. Да, вот, блядь. А там, блядь, что шоу «Последний герой»? Да. Ага. Меня так некрасиво скушали, а я как дурак еще и последнее оружие этот... Хитч, я буду смотреть на тебя в руках держал или нет? Со стороны, блядь, дьявола, если смотреть на тебя сверху. Чего? Я смотрю на тебя вверху, я отдалился на высоту какую-то и летаю просто поверху, грубо говоря. Ой, блядь. Лечись. Давай. Нет, скраки, я вот думаю, сначала. Кстати. Пока это спокойно, ебашь скраки. Да лучше бы вообще кого не... А, не, его ебашь! Я. Стреляй. И еще стреляй.
Нет, Без пистолета. Ну какой пистолет? У меня есть. Зачем пистолет? Ну потому что у меня арбалет, он, во-первых. Ну у тебя же арбалет был, в упор бы херанул. Ну в упор куда херанул бы? В голову, прицел наверх. Да, я попал бы. Ну у меня так получалось пару раз. Mountain Pass, нет, давайте West London. Не, нахер West London. Да West London, West London. Блять, ну вы чё. Ну, кого уже проблевало от вида? На West London мы хотя бы выигрываем иногда. Иногда. Да лес просто очень галимый, такая целая палитра парашная. 10 вон продержались нормально, если бы не две батарейки, все было бы хорошо. Так, я пока отойду поссать. Просто никто не ожидал, что тогда, когда почти у всех закончились патроны под конец волны, знаешь, две батарейки на крышу залазят, тут все в ахуе. Ого. К нам какой-то ананас зашел. А, ансал, блядь. О, он еще и пиздялый. Блу. А че хиджей сайт пошел? Наверное. Почему нет? Сколько там у нас зрителей? Ща я посмотрю. Хорошо не будет. А че, все умерли уже, да? Угу. А то аномальная тишина в чатике. Ну, знаешь, такой немножко реализма. Всех убили, все молчат. Молчат. Хидж. Хидж, заходи. Окей. Сэм какой-то анал, а нет, ансал. Я вообще его ананасом прочитал. Будет ананас, короче. Аналнас. Аналглаз. Ой, что-то вагон. Шоколадный глаз, короче. Все, чувака будем звать шоколадным глазом. Он меня уже прям перед моим прицелом маячит. Кто, анал? Ну да. Он самый. Анал перед прицелом прыгает. Кто-то слишком много пил явно. Да, Хабер, сколько у тебя бутылок стоит возле компьютера? Я же сказал, одна, ну и одна в мусорке еще. Одна была 2 часа назад. Да, вот не то, кажется, что там явно не обошлось без а еще. А что поделать, парочки. Выходные же у всех, блин. Проходные. Хидж, сколько у нас зрителей? Про... Чего? А, зрителей сейчас. Сколько? У меня поменяется между этими. У меня просто... Зрителей. Зрителей 4. О, у нас 4 привет, зрителя. Ребята. Постоянная всем аудитория. Всем привет. Если вы все еще... привет. Надеюсь, если вы нас еще с нами, значит, у вас крепкие просто... нервы. Нет, просто вы знаете, что вы случайно открыли это окно, выключили на нем звук, когда были в него. Как я обычно делаю. Значит, или крепкие нервы, стальное чувство юмора. Ладно, и давай так. Невозмутимость во всем лице. Ладно, у меня вопрос, деловой. И в оружии и патроны, оно дороже стоит? Че? Личная практика. Ну вообще-то. Личная практика. Да? Посмотрим. Вот, например, Level Action, которым есть 59 баксов. А если я его поселяю немножко?
Тебя сейчас смотрят как на придурка. Так. Так, я пошел за поджигателя. Я хотел за поджигателя. Ну ладно, я сейчас буду за поджигателя. Теперь, зрители, смотрите на палмовую гранату. К сожалению, это не на палму. У тебя нет напалму. Потому что она появляется вот, только с третьего уровня на палму. Остерегайтесь подделок. Вон, сзади хижай, ну блин, скул! Смотри, еще раз. Ага, вот смотрите. Бабах. Это была напалмовая граната вот, производства. Это была кратко суть этого, как его этого огнеметчика. Да. Короче говоря, говно. Шо, уже не смешно, да? Да не. Не. Смешно. Просто устали. А, ну ладно, надо будет сменить тематику. Ну блин. Почему по умолчанию она ставится на полной автоматике, а не на половину? Ну вот да. Меня тоже это подбешивает. В чем? Нормальные люди не жобятся на патронах. Да, что там патрон? Ну, кстати, иногда отдача бывает. Мак это маленькая такая пушечка. У нее отдача здоровенная. Ну, это же мак. Отдача... Ой, я сейчас игра насрал. Я же забыл, что я две в начале раунда с отдачей-то кинул. А, чтобы показать зрителям, что это помовая граната. Ну, да. Даже звучит как-то угрожающе. Бери. Бум! Забавным элементом этой игры является, что когда вы горите, у вас горит задница. Дрейк, садись на этот броник. Или а кто нас броник? Патрон. Кирж, иди сюда, тот броник. Ох, нихуя себе, уже не броник. Ладно, бери топор. Ладно. Только что броник был. Нормально. Вот такие вот чудеса иногда встречаются в килл-топор. Да, бежишь, был броник, а стал топор. Сказано. А вот так вот играет за бежи. Вот так играет за Димамо. Кто это? Демолишенс. А демо. А если сейчас буду громко говорить, то вы услышите, как играются с колонками, а не с наушниками, всякие мудаки. Все уже ушли на фронт. Ну скажите хоть что-нибудь, для то зрителей потеряем. Хотя может наберем. Спасибо за то, что просмотрите наш стрим. Наш самый лучший и самый стрим. Только лучшие стримы. Только ЕДЕ. Только победа. Только бытище. Только хардкор. Только аккорд. Самое важное трик ты забыл. Ну, я нашел булпап. Взять кому не нужен, правда. Пулбап кому-нибудь нужен. Ну все, хватит замедлять уже. Ладно, так и быть. Ладно. Нео, блядь. Избранный ты наш. Кстати, огонь в этой комнате взялся только что. Не потому что это Хиджей огнемерка, потому что за ним стоял я и дико прожгался. Вот так-то. Трикс, ты уже знаешь, что ты говно. Даже несколько стримеров это видели. Ну, то есть несколько вьюверов это видели. Несколько стримеров. Вот это тут еще был пап. Ну, блин, наговаривался. Со всяким бывает.
Нет, да как я, так это значит флоха. Как ты, ну блин, оговорился. Флох. Господа, мне... меня удивляет то, что вы до сих пор не отписались в теме нашего международного стрима о том, что вы смотрите этот стрим, получаете тонну удовольствия от этого всего процесса. По-моему, тонну удовольствия выходит у них из другого места после просмотра этого стрима. Вот это, кстати, первая неплохая шутка за последние несколько часов, которые мы стримили. Сколько часов? Уважаемые товарищи зрители, которые смотрят нас с самого начала стрима, сколько он уже длится? Выходит из вас удовольствие после просмотра стрима? А в Хиджи не написано, сколько ты уже стримишь? А, нет, вроде бы. Трикс, ты там уже ты понял, не? А, ну да. Я тебя лечу уже. Нас с самого начала смотрит, угадайте кто. Не, я просто в том, что у меня на 9 фрагов больше, что удивительно. На Вест-Лондоне. На целых 9 фрагов. Да, блин, просто я не замор... Я на этих, как вы, я на хасков больше... Хотя... Странно, на самом деле, действительно. Очень странно, очень странно. Наверное, ты перейдешь. Так... Ну, блин, я испугался, я думал, скраки появятся. А этот мудак долго не делал. Скраки? Да, блин, огнёчек просто... Блин, этот, как его... Блин, команда, это грёбаная имба. Он не то, что гребаный имба, а просто он очень много фрагов всегда закапывает, потому что ему проще всего снимать. Шарп Шутеру хоть цена, да, в отличие от команды. Не будешь до команды целиться, патронов не хватит. Ну, я бы не сказал. Даже с полной сумкой Скара. Полная сумка Скара. Я обычно таскаю с собой всегда Клаш и Цар. Чтобы так сказать. Шикарно живете. Да. Все-таки двухстволочка, да, все так же охерительно лечит геморрой у монстров. Ты ее прям туда вставляешь, да? Да, я не брезгую. Ну тут леворачность кому надо. Подозреваешь, что никому не нужен. Да, все там уже с этими, с кроссболами и прочими хренями бегают. Я не такая, что вот тут, вот это место, которое я сейчас показываю, но вы как будто бы, так сказать, бывший трейдер. Ну вы потом повтор посмотрите, надеюсь. Ужаснётесь, как вы глупые, какие глупые шутки были. И как глупо все говорят вообще. Ну, с краки где-то ходит. Или это этот мудак. Какая этот мудак? Да что ж думал, что тут Крейг носится? Ой, один мудак сдох. Какое, блин, вообще облегчение. Меня больше всего бесит этот Дималиш, что мои фраги воруют. Я только в кого-то начинаю жать, блин, а он страх забывает. Кстати, тут... А нет, этот идиот сдох. Торвальд! Я понял, да-да. Сука. Кстати, Торвальд, почему ты Торвальд? Ты фанат Линуса? Не знаю, потому что я его не знаю. А почему ты картошка? Я картошка, потому что потому у меня что есть золотая картошка. В профиле. Ой. Ты Торвальд, то потому что ты... очень крут... Говори. Торвальд это что-то созвучное с Геральтом, кстати. Да нет. Мне это созвучно с Торвальд. Автором Линукса. Линус Торвальдс. Нет, тут есть какая-то странная препись БВ, которая как бы намекает на то, что здесь есть какой-то смысл и подтекст. Big World. Black and White, блин. Кто а где А? Помнит на эту аббревиатуру? Я помню. Не, ну, игра-то понятна. Кто еще что помнит? Я помню, как меня зовут. Не надо меня тут запиливать. Кто еще хочет потоптаться по патрончикам?
Кто не топтался еще? 3Х! Три шума зовет. Шо? А, шо? А, бул. Адреналин шот. Хватит пердеть микрофон. Это некрасиво. Нет, это адреналин шот. Куда ты его вставил? Ой, у меня заело гнет. Ё-май. И я прокачал фаербага до 4 уровня. И на 1 бак обогнал этого урода. Отлично. Да, я на лету прыгуна заебанил с дробовичка. Опять тебе заел огнемет, ну что это, блин? Трикс, я тебе официально подтверждаю, что смака качает тебе. Спасибо. Это хорошо, на самом деле. Потому что я из мака не люблю стрелять, но иногда приходится. Я, наоборот, люблю с мака стрелять. Гранат не долетит, не заработаю фраги. Жалость-то какая. А граната качает? Наверное. Что качает? Не, ну если что, мак качает, граната то качает что... демолишн. Да. Не, ну она, если она там... Понимаешь, она огнём бьёт, она... Она качает, когда враг загорается, и вот сколько он горит, столько она урона и нанесёт. Вот, короче, грубо говоря. Блять, ну конечно, за мной бежит этот мудак и ворует мои бифы. Анал сейчас помрёт. Какой я предсказатель. Прям Анал повер. Анал повер? Powered by Anal. Anal Power. Там где-то ведьма, кажется. Двойное замедление времени. Яростная схватка за первое место. Пиня спрашивает нас, стоит ли покупать КС. Я слышал полянку. Ну, я не знаю, нам нравится. Что он спросил? Он спросил, стоит ли покупать КФ. Нет, не стоит. Конечно же, не стоит. Зачем? Ты все равно не сможешь стоит играть. Стоит выключить у кого-нибудь. Все равно никто не будет с тобой играть, потому что ты наш почетный зритель. Хотя я, блин, сколько народу? 2-4. Если нас будет 5, если нам еще двоих, то можно будет полностью забивать сервак, да. Да, только нас, скорее всего, будут кикать, потому что когда какой-нибудь админ захочет поиграть на своем любимом когда сервере... Когда админ захочет поиграть, мы его заебем первые. Не, когда... Или друганы админы захотят поиграть, блин, а там мы, короче. И не пойти ничего. Насрать, ну. Ну, насрать, я могу создавать все равно. Что, кто, чё? Я могу создавать сервер. Вы помните, как тут потерял... Короче, у меня... Короче, этот как его фаербаг 4-го, шарпшутер 5-го, демолишн с 3-го, берг 3-го. И медик 3-го. Там скраки. Да, там скраки. Барбекю тунайт. Вы что, дверь запилите? Какую дверь? Ну я думал, вы решили запилиться в подвал. Блин, мы на восстановлении играем 15 минут. У меня такое ощущение, что уже часа вторая я прошел. А это всегда так. У тебя особое мироощущение на восстановлении. Ой, я разбил автомат. Блин, Скрейк. Только что заметил. Скрейк это плохой вариант для того, чтобы прокачивать фраги. Поэтому я уйду отсюда. Вставляю танка на вас, да? А твать, мать. Ой, у меня патрошки кончились. А вон и Скрейк. То есть мой давний клиент. А он еще один Скрейк. Твой недавний клиент. Будущий клиент. Два Скрейка, короче.
Поскольку я стал на них отвлекаться, и снова веду по фрагам. Бля, ну на это придется все-таки отвлечься. Че, тебе опять Тян пишет? Кстати, позови, чтобы она посмотрела. Нет, надо Скрейка, я имею в виду. Твоя Тян Скрейк? Здравствуй, позови Скрейк, Тян, да. Позови Тян, кстати, но в этот... Пускай, зачем? Пускай. Знаешь как? Ну... Переиграл в кайф и пошел на Эны. И сделаешь тред какой-нибудь там. Дорогой КГЖ, у меня есть один Скрейк, то есть Тян. Ладно, юмор ФМ, да. Ну да, юмор ФМ. Да вы чё, тут не ФМ, тут прям ТВ. Мы уже по популярности обходим Камеди ТВ. Чё, неужели у нас уже 5 зрителей? Ну, у нас, по крайней мере, больше, чем один. Да, у нас, кстати, 5. Ух ты, кто ж подсоединился-то к нам? Я знаю, кто это. Это Пиня открыл 4-й по счету браузер. Чтобы набить количество просмотров. Какую там смешную шутку мы хотели сохранить для стрима? Вот там винтовочка, возьмите, продайте. Какую мы смешную шутку хотели сохранить для стрима, я что-то подзабыл. Жвачка и маркер? Нет, я помню про... Жвачка и маркер... А, да. Про штаны и чесать. Какие сегодня на тебе трусы надеты? Нет. Все, короче, я побил Торвальда, и официально сегодня, короче, я самый крутой по фрагам, поэтому я иду играть за Бежской, и я... Конечно, вот гораздо круче. Все, тихо, у меня уже мозги плавятся. Да, я думал, что ты скажешь, что ты очень крутой. О, катана. У меня сейчас будет 2 катаны. Самурай, блядь. Не, вот лучше бы 3. О, батарейка! Где? А, ну да. Шпаунд. Ладно, разбирайтесь, ребятки, я пойду добивать фраги. Блядки? Ты назвал нас блядками? Я сказал, ребята, разбирайтесь с ними, я пойду дать фраги. Я все равно мне сильно помог. Я сильно помог. For your information. Молодец. Зажег все-таки. Заткнись. Сзади скракер. У меня тоже для вас фраги. Один с этой, другой с другой стороны. Ебануться можно. Да. А нет, с той стороны нет. Странные пауки сжали почти весь броник. Тоже их высел. Странные скраки сделали то же самое с моим броником. Скраки. Скраки, блядь. Сидишь и сракаешь. Скракаешь. Блин, чудные дела твои, господи. Не было ни одного паука, сразу 3 появилось откуда-то. Не было ни одного командоса, сразу появился один командос. Что за дела? Кто его вообще сейчас звал? Ой, Скрейк. Херово. Ладно, я Скрейк сейчас убью. Сзади батарейка. Сзади батарейка. Привет, батарейка. Сейчас мы тебя убьем. Да, умри. Вейсты. Блять, я чуть сам не умер. Вот там ведьма. Отлично, там нет ведьмы, зато там есть Скрейк. Ладно, сейчас там не будет Скрейка. Не надо в него стрелять! Тебя он ударил! Да? Нет, вот и сиди ровно. Фиксер, тебя ударила батарейка. Нет, меня ударил Скрейк.
Вы поссорились, да? Ой, чё-то даже не знаю, прокачал фаербага 4 уровня и даже не знаю, чем заниматься дальше. Хоть саппорт качаем, блин. Который мне до сих пор 2. Когда ты сказал, что ты победил тут на первом месте новый, я подумал, что ты уйдешь сейчас праздновать в КС какой-нибудь. Куда праздновать? Кемпер Страйк. Слушайте, мы мешаем. Пиня из-за нас не может поиграть в Portal 2 кооп. Он нас люто смотрит. Почему? Он нас... Потому что он Трикса занял. Точнее, мы заняли Трикса. Ну пусть смотрит вон пиво, огурцы, что там еще берут. А, попкорн, да, и пусть смотрит. Он пингвин. Рыба. Ну что, мне уже лед жрать, что ли? Батарейка. Или что там пингвины жрут, я забыл. Рыбу. Что я могу сказать? Хуй нахуй рыбу, а там же, блядь, один лед. Там рыба еще есть. Так, for your information. Вы видите, жирному похер на гранаты. Да, жирный на самом деле вообще очень жирный. А, пингвин сказал... И у дрона на самом деле много... Они отпружинивают от него, видно. Пингвин сказал, что они... Он же жирный. Они жрут души умерших неонацистов. Ну, еще с Кракен. А, это он типа решил тонко пошутить, но у него ничего не вышло. Ну, он же толстый пингвин. Ой, подождите, кажется, мы сейчас спугнуть нашего единственного зрителя. Или, нет, даже не так. Пиди не может уйти, но он закроет этот вкладок. Мы не сможем его пережить. Трикс. Трикс, ты знаешь, держись за свой пердак. Потому что Пиня сказал, что его шутки лучше твоих. Это наезд. Ну, учитывая, что я слышал ни одной его шутки. Ну, только что было. Почему? У него очень оригинальные шутки. Уйти и сделать бутербродик во время финального заруба в Left 4 Dead. Очень оригинальная шутка. Это смешно. Ну, по-моему, это... Ну, знаешь, я слышал, как Генда матерился в такие моменты. Это реально смешно становится. Я представил себе, я помню. Юмор FM отдыхает вообще. Чё-то тихо. Кто бы броник лишь тихо. Ой, аж 3 ведьмы. На. 4 ведьмы. Ой, 5 ведьм. Ой, 5 ведьм этих стал. Тороль, ты такой. Ты просто гений, знаешь. Ты просто охуенный гений. Он кинул гранат все под ноги? Нет. Я иду сзади. У меня один штука броник. У него там, наверное, 70. Штука. 70-80 штук броников. Он взял броник, который лежал на полу. Все, Батхёрт FM off, Батхёрт FM off. Ох, я дуплетом вхарю ему, да. Чем? Меня кто-нибудь подлечит или нет? Зачем? Потому что у меня 2 хилса уже. Сейчас. Тут невидимые, блядь, где-то. Не прыгай. За тебя. Ты тьма. Для тебя красивая новость. Так. Юрасел. Ау. Какой Юрасел? Вообще я бегаю быстрее, чем Анапши, мне пофиг. Ну, наверное. Ну, практически. Ой, он вернулся. Нашел нам в чат. Зашел к нам в игру. Интересно, кто это такой. А, же умерла? Нет. А, нет. Дел дрень. Ой, какой храбрый медик. Ух ты, черт, я как раз хотел потанковать. Ну, блин. Как всегда. Да. Я только хотел поджечь кого-нибудь, а у меня это село. Батарейка. В огнемете. Батарейка в огнемете? Да. Это самое крутое оружие огнеметчика, которое стоит там за 16 тысяч, называется это оно как огнемет на батарейках. Ух ты, бесплатный броник. Я был на нуле, если что. У меня был на нуле раз. Да, у меня, господи, мне пофиг. У меня денег больше, чем всех у вас, наверное. А сколько у тебя? У меня 2885. 3394.
Да, сука, на копейки, но обогнал. Не, ну почему на копейки? Все сразу стали проводить, сейчас кто не даст же. А вот хуй. Я ненавижу, когда начинают писать что-то серьезное и в конце добавляют лол. А как понять, что они писали что-то серьезное? Ну там тег используется, но потом тебя просит, например, что-то, а в конце лол пишет, и ты не можешь понять, что его вообще надо. Ржать или? Он идиот. Ой, батарейка, ой, скраки, ой, ведьма. Полный набор. А у меня ничего. Ой, квот. Тихо, я его заманиваю. Ой, ой, парни, мне кажется, мне нужна ваша помощь. Тут два квота, а я не уверен, что я справлюсь с ним. Что-то мне не понравилось. Отличненько. Соб, чё ж ты не подыхаешь? Спасибо. Люди, тут Desert Eagle в подворотне валяется. Тут броник валяется, круче. Сейчас броник превратится. У меня не хватает ровно единички, я возьму его. Он пропадет уже к тому времени. Да, уже пропал. На что превратился? Жаль. Киндер сюрприз. Прям не знаю в какой. Не, бро, а тут броник теперь еще есть, кстати говоря. Круто. Да сука ты, блядь. Ушел нахуй. Да, Трикс, я прям проникся. Огневая действительно весело пердит, когда в нем нет патронов. Интересно, нашим зрителям еще не стало скучно от недостатка шуток? Знаешь, мне кажется, что тут настолько... Ладно, сейчас, короче. Думаю, сейчас мы убьем патриарха, и можно на сегодня закончить наше тестовое вещание, так сказать, пилот-вержин настоящего стрима, и пообещать, что когда мы устроим настоящий стрим, там все будет продукту, и вообще все будет очень круто. Ой, что-то сломали. А. Там пробой. Батарейка где-то. А. Ну вы видите, где она. Да. Че, молодец, Трик. Ладу. Зашутил. Вот, наконец-то классные шутки. Трикс, ты тренируй такие фразочки, и мы по тебе сделаем игру. Ты будешь главным героем. В смысле? Ты будешь главным героем. Знаешь, вообще-то Duke Nukem Forever выходит уже в июне, так что не надо тут. А, то есть про тебя уже игра выходит. Да-да-да, он просто... Просто у Дюка будет нечестная конкуренция, естественно, все возьмут игру с Триксой. Да нет, ты не это понял. Это очень плохо скажется на продажах. Джерри, давай мы сделаем про тебя игру. Я говорю, зачем? Duke Nukem Forever выходит летом. Ну? Фликс, это слишком тонкий юмор. Это как раз вот тот самый британский юмор, про который мы говорили некоторое время назад. Да, ты уже вникаешь в атмосферу игры. Мы находимся в Великобритании, в Лондоне. Да, и тут... У тебя даже юмор такой специфически попёр. Дождь, grab it all you can. Дождь, it's raining madly. Я сейчас быстренько врублю это. Музычку. Да сука, дай пройти. Вот. Гандон. Чё он всё ещё не...
Блин, у меня 4000 денег, чем мне купить, я даже не знаю. Мороженое. А. Дай мне 200. Кому? Не, иди нахуй. Мне один малышек. Да, блядь, не ему. Ну дайте еще чуть-чуть. У меня крашнулся Килифор. Только хотел купить Demolition и круто поиграть. Все, нахуй, тупая игра, не вижу вас всех, до свидания. Вот, вот ты хуя. Вот наконец-то можно спокойно поиграть. И у меня перестала болеть голова. Ты будь мудаком, останься до конца. Но у него игра крэшнулась. Я бы тоже. У меня такое чувство, что крэшнулась, это тупая отмазка просто. Да пусть заходит хотя бы на это, на патриарх. Да пускай на стрим заходит, посмотрит. Да он сейчас по-любому на стрим зайдет и будет смотреть. Там как раз 300 говно. Там как раз музычка играет. Дорогие зрители, я извиняюсь за эту офигенную музычку. Я просто забыл включить в Клинфлоре оригинальную музыку. Две батарейки, две батарейки. Где? О, привет, батарейки. Вы пришли ко мне на барбекю, да? Ну и что ты сделал мне? Ну вот и все. Трикс пишет, что я хуй. У меня последняя обойма, к сожалению. Ты не экономный. Ну, блин, я потратил все большие обоймы на двух батареек. Лучше быть неэкономным, чем мертвым. Как? Вон, иди вон там обоймы. Да, я вижу. Вам всем привет от Трикса. Пока. Бош. Ой, батарейка. Ой-ой-ой. Скрейк, другой стороны. Ай-яй-яй-яй-яй. Щит. Ну ладно, у меня. Burn, you motherfucker, burn! Хам. Ну ладно, тихо с тобой. Да, я понял, что я не в ту сторону побежал. Да. Ну сейчас тогда, пока я включу музычку оригинальную. Трикс спамит смехом. Чё-то всем пизда, кроме Хайна. Ну, это временно было. А, нет, не временно. Не, все нормально. Извините, у меня на скар ничего не осталось. Нет, самое жопа в том, что Трикс забрал все наши денежки и съебал. Это хуже всего. Ой, молодец, Хаммер. Типа, сука, верю нах. Только там батарейка-то еще живая уже. Нет, ты че, у него целый автошотган есть. И целый медик-ган.
Трикс извиняется, что он забрал наши денежки и свалил как сука последний. Знаешь, где мы видели его извинения? Вот у батарейки в жопе, я так подозреваю. О, патриарх. Бигенс. Вон огнеметы, в переулке там тоже какое-то оружие валяется. Вроде был Desert Eagle, сейчас не знаю что. Это называется Medic Gun. Он что-то валяется. А, нет, не Medic Gun, это... У есть 300, а то у меня только на скар хватает. Сейчас, подождите, я добегу, я куплю себе маг еще. И я вам дам деньги. У меня их 1888. Да. Да, мне 1900 тоже поделюсь. И как там эта нацистская херня? 1488 или как? Угу. Так. Трикс, пошел ты в жопу. Так, кому нужен? Тебя? Все, спасибо. Трикс, пошел ты в жопу. Бери, бери этого берсерка на патриарха. Есть чувство, что мы соснем. Ага, вот он где. Окей, я перезаряжаю все свое оружие. Все оружие перезаряжено. Вот и он. Take cover. Да, прячься, прячься. Ускорился. Где он? Сука, вот он любит же уходить. Самый ответственный момент. Патриарх, бля. Трикс предлагает нам взять ковер. Это же Кипелов, он свободен, он свободен. Взять ковер? Словно птица в небе, троеточие. Где этот мурод? Под названием Папаша. Дорогие зрители, это патриарх. И возможно мы сейчас соснем. Не удивляйтесь, если это произойдет. 2 миллиметра улучшенного генетического говна. И 200 килограмм оружия. При виде патриарха у нас тут же вырабатывается удовольствие. С этим удовольствием можно построить целых 2 дачи. Так я не понял, где... А, блядь, это где чувак? Он, сука? Вот он! Вот он! Сзади! Сука, сейчас умрем. Соснем! Почти, почти! Не давайте уйти! Ушел, сука. Все живы-здоровы, блядь. Пауки, мать ваша. Вот черт, вылечился. Ты видишь его здоровье, да? Ну, я просто увидел, как он спит, выбрасывает. А вы где все вообще? А, вот вы где. А где он? Идем, идем. Ну, на пути. Они там, там у них боевка. Ой, блин, там шарпшутер 6-го, и наш медик решили его вдвоем убить. Хотелось бы, конечно, им пожелать удачи, но почему-то... Он почти он... почти духу. Да. Да. Fuck yeah. Вот, дорогие зрители, мы победили его. А вот мой рэпер. И по традиции, когда побеждаешь патриарха, надо что делать? Правильно, кидать деньги. И все хамо. Трикс говорит fuck yeah. Ну и все. Дождь. Ну все, до свидания. До свидания, спасибо за просмотр.